ванну, я хотела бы. Так, и вот смотрите, а теперь вынимай обратно и подсыпайте землю. Землички немножко. Он должен вровень стоять. Я Людмила Семенов Жук, с 1 класса по 4 Виланус. Ее сегодня не было, но я бы ей сказал, что спасибо ей за 4 года, которые были в начальной школе, и я люблю ее. Последний звонок – главный праздник для выпускников. Это то время, когда учеба уже закончилась, а экзамены только впереди. К слову, свой первый ЕГЭ ученики напишут через 4 дня.